Ни сильный мороз, ни выходной день не останавливают волонтеров нашего муниципалитета. И вот на станции Расторгуева проводится очередная профилактическая акция. Прохожим напоминают о том, что маска – это важный элемент защиты, и носить ее нужно. И, конечно, не в кармане, а надевать как положено. На платформах в электропоездах действует масочный режим. Пожалуйста, одевайте масочки. Сейчас за отсутствие маски у человека в людных местах, в том числе при проезде в общественном транспорте, предусмотрен штраф 5000 рублей. Но и это не самое главное. Дело в их здоровье. И мы пытаемся каким-то вот таким вот образом хотя бы принудить, ну, постараться людей, чтобы они проявили самосознательность, да, и одели маску. И большинство эту сознательность проявляет. На платформе Расторгуева редко можно встретить пассажиров без маски. Практически все соблюдают масочный режим. Лучше в маске, потом там. Думаю, нужен. Все лучше, чем ничего. Поможет, наверное. Всегда носите маску? Ну, где положено, да. Участвовали в акции в этот день и совсем юные добровольцы, ученики видновских школ и воспитанники МБУ «Энергия». 14-летний Иван Белагин стал волонтером только в этом году, но с каждым днем желание помогать только крепнет. Я не безразличен к людям и хочу, чтобы вирус, так сказать, остановился и не распространялся, так как люди, некоторые, может быть, не осведомленные, я пытаюсь их осведомить. В минувшую субботу во всем мире отметили День волонтера. В нашем муниципалитете добровольчество очень развито, и число людей, кто помогает по велению души и сердца, постоянно растет. Поздравляю, люблю это движение, сама участвовала. Очень крутые ребята, всегда активные, позитивные. В общем, побольше бы таких. Всех поздравляю, желаю такой же активности. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.